Так, сейчас им что-то насыпем, чтобы они не кричали. Друзья, купил я семя дозу. Это для внутриматочного. Вот так покупаю. Сейчас покажу вам как. Вот. Буква П. Пьетрен французский. Чистая линия. Сейчас покрою и вечером. Сейчас будем покрывать. Буду покрывать первый раз. Пробовать внутриматочно. Покажу. То есть обычно я покрываю, ну то есть обычным катетером, вот так. Матка захватывает и покрываю искусственно. А это надо еще чуть дальше, оно внутриматочное. Покажу, как я это делаю первый раз. И покажу вам, будете знать, и нет тут ничего страшного. Вот, друзья, вот эта вот свиноматка уже готова. Сейчас будем ее покрывать. Вчера у нас утром было минус 10, сегодня минус 8. Ну что, вчера, что сегодня заходишь в сарай, нормально. Не холодно, все вытяжки открыты, надо сетки поснимать от мух. Все вытяжки открыты, но надо уже задумываться делать задвижки на вытяжке, потому что тянут они ого-го. Я даже когда сюда захожу, я первые двери закрываю, потому что тяга такая, что может просквозить. Сейчас наберу воды, пока им рассыпал. Вот, я с утра рассыпал и убрал, почистил вот так, в желобки. А вечером так само рассыплю, в желобки и вывезу. Их тут немного, поэтому тут, грубо говоря, и проблем нету. Сейчас воды наберем. Вот. Вчера минус 10, сегодня минус 8. Говорили, вода у тебя будет замерзать. Сейчас я включил, пока она дойдет 35 метров по трубе. Она вся, когда я выключаю насос, возвращается назад в скважину. И получается... О, видите, только дошла. И все, она набирается. Потом я уже по звуку слышу, когда самый верх уже, звуки воды вверху, и начинают какие-то капельки падать вниз, я выключаю. Эти у нас новогодние, два кабасика породы, чистокровный дюрок, подрастает, ну уже за 100 килограмм обои, а еще весь ноябрь и... Наверное, пол декабря. Их первые будем убирать на мясо. И что я хочу сказать по свинкам породы F1. Ну, то есть Ландрас и КБ. У меня уже они начали загуливать. Вот смотрите, вот там меньше свинья уже гуляет сейчас. И тут тоже свинка, вот та вторая под стенкой, тоже подхвостница красная, гуляет сейчас. Это только начинает заходить в загул. Это пока не гуляет. Что я хочу именно сказать по этим свинкам ремонтным F1, ну именно по F-кам. Я их кормлю, как и всех свиноматок, ну можно сказать нормированно. Нормально они растут, меня устраивают, мне им не надо быстрый рост. Это не от корма, а свиноматка. Вот именно мое наблюдение. F1 это самые простые к содержанию свиньи. А именно, вот эти свиньи, они один к одному с вот такой свиньей. Это у меня тоже похоже ландрас и крупная белая. Самая простая к содержанию, не болезненная, иммунитет крепкий, не болеет, не боится ни сквозняков, ни холодов, ни жары. И так само вот эти эфки. О, уже набралось, видите? Вон первые капли капнули. О, все, капельки капнули. И все, я уже знаю, я уже выключил, пока с вами говорил. И крышечкой накрыл, чтобы мухи в бак не залетали. Вот так. И так само сделаю через двое суток.
Так вот, к чему я. Самые простые к содержанию свиньи. Вон, видите, эта гуляет, и та гуляет меньше, эти еще. Та вроде бы начинает, эта еще не гуляла. Это в них по первому загулу. И тоже они на норме сидят, как все свиноматки, а растут хорошо. Сейчас уже у них там килограмм, не знаю, по 100. Нормально набирают вес, хотя они не на откорме. Более проблемные к содержанию это вот такие вот петрена. Вот киевлянка. Обезьянка. Анфиса. Сейчас будем ее покрывать искусственно. То есть такие более проблемные. А вот эти F1. Вот ландрас крупная белая. Ну она тоже типа F1 у меня Машка. Дюрок, это самые простые к содержанию. Им, грубо говоря, подходят любые сараи. Ну, это мое наблюдение, поэтому вот так. Тут я еще плитку не ложил, сейчас только планирую этим заниматься. Занимался там немного другими делами, поэтому будем эту клетку делать и эту клетку делать. И продол центральный проложим плиткой. И также сюда надо перевести в эту клетку итальянцев. Прикрутить кормушку бункерную со стиральной машинки, что я сделал. Надо ее сегодня чуть-чуть там доделать и ставить сюда. И переводить, не переводить или перевозить, или перегонять итальянцев. Потому что у них уже вес ого-го, их сейчас туда-сюда я уже не смогу перенести. Поэтому вот так. Сейчас я вам их покажу и поехали дальше. Вот, смотрите, так же самое здесь, утро. Я с клеток позагребал вот сюда в желоба, с этой клетки, с той клетки и с этой клетки. Подсыпал им опилочек и все. И это все вывожу в тачке и так само такую же манипуляцию проводим на следующий день утром. Вот наши эти поросята, это мы в среду делали отъем, сегодня среда, ровно неделя. Ровно неделя, все уже поносные, кризисные дни уже прошли вообще поносы на третий, четвертый день. Ну даже на пятый бывает, ну а нам уже неделя. Как мы отдельно, жопки чистые, все нормально, дрескунцов нету. Едят хорошо, я уже перевел их на старт, потому что, думаю, не буду покупать пресс-старт. Мне там чуть-чуть надо было, думаю, сразу переведу. Короче, перевел их, и все, они уже на стартовом корме. И вот так. А этих надо вот туда уводить в новый сарай. Они уже набрали вес. Еще плюс. Поэтому надо их убирать туда. У них корм постоянно есть, но даже хоть и есть, насыпаю там по ведра, добавляю, чтобы не заканчивался. Все равно кто-то начинает есть корм типа с голодного края. Ну вот так, вот этих надо убрать, потому что они уже большие. Клетку засирает быстро. И вот у меня планы какие. Вот, допустим, если у меня будет этот сарай для доращивания, вот я забрал поросят в месяц, подержал их месяц, вот им 2 месяца, 60 дней, 67 дней этим. И у меня будет вот здесь в центральной клетке такая дверка. И дверку открыл, их сюда в загороду загнал, в эту. Дверку открыл и туда на щелевые полы на откорм. Тут у меня будет на щелевых полах с ванной для навоза. И туда я сразу 2 выводка, штук 25 там до 30 запустил тот сарай. Разделил на 2 клетки, там чтоб разная была весовая категория. Или в одну общую, ну то есть надо эти моменты, то есть еще устаканить, подумать. И сюда их на откорм. И не надо таскать. А так мне надо сейчас
отсюда, пока еще на щелях нету сарая, отсюда забрать и в новый сарай. Или моей тачкой перевозить, или в руках переносить. Ну, в руках уже тяжело, они тем более и тяжело, еще и дергаются, дрыгаются, не так просто их и перенести. Поэтому вот эти моменты надо тоже быстрее делать, вот этот щелевой пол. И так само у меня вот доращивание, к примеру. Все, я сюда их выпускаю, перегнал в сарай, открыл, они сами туда побежали. Или здесь сделать дверку, или в крайней вот клетке, вот здесь. Ну, без разницы. Все равно будут две двери с той стороны, с этой, чтобы они не открывали ни оттуда, ни оттуда, что-то с арматуры какую-то, типа решетку, чтобы хорошо закрывалось. Ну, вот так. Ну, видите, корм есть, они не сильно так и нападают. Им хватает, оно питательное. И все им нормально. Эти вообще уже больше 30 килограмм, килограмм по 40 в красных, в гибридах дюрка. Ну, в этих чуть поменьше. Этот пускай аматор тут пока побудет, даже один. А Веронику заберем, наверное, с этой партией в одну. Я думаю, в новой клетке не будет драки. На ночь их посадить, как будет темно, чтобы у них запах перемешался. Вот так итальянцы. Надо их уже туда в новый. А потом после итальянцев этих переведем в рядом клетку. И так постепенно, постепенно. Сейчас будет опорос, так само, и опять туда тоже. Ну вот так. Буржуйка у нас горячая. Еще даже он красный есть. Зала. Жар красный. Ну тут жарище на самом деле. Я чуть-чуть открыл, а тут жара такая. Не сырость, не аммиак, а именно жара. Все равно вечером еще буду подтапливать. Сейчас буду вывозить это все, убирать. Ну, короче, вот так. Вот так. Вот, друзья, смотрите, свинья стоит. Анфиса, встань хорошо. Ой, ё-моё. Вот, стоит свинья. Все, 100% стоит. Сейчас будем пробу открыть. Вот это тем более признак того, что надо крыть. Уводим. А ну, Анфиса, повернись чуть-чуть. Вот так. Вот так. Вот, стой, все, стой, вот так. Уводим под типа 45 градусов, ну 35. О, чуть-чуть вниз запустили. 35 градусов. Есть такое дело. Чуть-чуть опустили. Так, чуть-чуть дальше ее толкнем. Вот так. Вот, чуть-чуть. На 35 градусов. И впритык, почти впритык. Чуть-чуть даже прокрутили. Попробовали. Все нормально, все нормально. Дальше. Внутриматочные уперлось. Вот оно уперлось. Проверяем это. О, захвачено. Матка у нее захватила. Вот я назад пробую вытянуть, она держит. Она держит. Ну все, все, хорошо.
Теперь этот внутриматочный прокручиваем по часовой стрелке и так чуть-чуть придавливаем. Оп, есть. Проскочило и чуть-чуть и так дальше. Оп, 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 оп. Аж до конца. Есть. Все. Ничего страшного. Если кто первый раз, ничего страшного. Я тоже первый раз. И все. И держим. И вот так ее чуть-чуть коленом под бок. Это я первый раз внутриматочная. Сергей Стрелецкий давно так делает. Ну, а я думаю, тем более отдают их нагрузку. И такое осеменение внутриматочное. Думаю, попробую. Сейчас час дня. Я покрываю ее сейчас. И покрою ее у 8 часов вечера еще раз. Не завтра утром, а еще у 8 вечера. Анфиса, стоп. Все, 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 стоп. Стоп, стоп. Вот, а так, все. Она сама втягивает по чуть-чуть. Можно чуть-чуть поддавливать, когда-никогда. Или катетером вот так чуть-чуть подергивать. Ну, чтобы она ощущала, что типа хряк на ней. Встань сюда. Вот. Анфиса у нас загуляла, получается. Получается, в среду я забрал поросят. Вот среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Вчера она вечером уже стояла. Я думаю, пускай стоит сегодня ее в обед. Самый раз. Ну вот, получается, на шестой день загуляла, сегодня седьмой день. Нет, на пятый день загуляла, а сегодня покрываю ее, получается, вторник, на шестой день. Вот, втягивает хорошо, аж тюбик сжимает. Втягивает дуже хорошо. Встань сюда, чтобы видно было зрителям. О, молодец. Вот так подергали чуть-чуть в катетер. Вот это она кричит, это типа хряка зовет, или хряка, или... Ну это нормальное явление, если она так кричит. О, тягают очень хорошо, друзья. Прям сильно. Ну вот, первый раз. Если кто не делал вообще никогда, сам первый раз, поверьте мне, вот, смотрите это видео, вот так вставите, все повторите то же самое. Я когда-то тоже делал все первый раз, не имея ни навыков, ни знаний. И что вы думаете, через 3 месяца, 3 недели и 3 дня были поросята. И все. Усложнений никаких нету, там проблем, усложнений. Самое главное, чтобы она стояла. Вот я вам показал, что такое стоит свиноматка. Хотя перед этим я осеменял киевлянку, я ее осеменял Макстером. Она вот это, когда я вот эти манипуляции проводил, ну, крутилась постоянно. Они из кряков тоже ходят и крутятся. Ну, хоть крутилась, я за ней ходил, крутился и тоже так само. И нормально, вот уже 28, по-моему, дней прошло, или 29, все хорошо. Через пару дней сделаю УЗИ, всем свиноматкам сделаю УЗИ. И вот так. О, смотрите, в жалоко. Полностью сплющила тюбик. Да, Анфиска? Петрены будут, Анфиска, хвостик выгуляет, рада. Петрены будут, Анфиска. Анфиска, молоко жирное. Вот так. Будем ждать своих петренов французов. Просто я беру там, где хряки элитные, с паспортами, с документами, то есть там не шарашка на конфликте. Да, эти двери у меня покрыта дюком, та покрыта Макстером, это будет покрыта Петреном. И Машки ждем опоросом, опорос, она покрыта Петреном, моим хряком каштаном. Но это дети каштана, поэтому их надо другой
його закрити. Вон, видите, сплющило повністю котя. Зараз навіть чуть-чуть воздуха запустим, а потім... Ого, ти не знімеш. О, тюбик чуть-чуть спускай. О, отак. Вот так, друзья, поэтому просили много раз, покажи, как осеменять. Ну, хотя куча видео на канале, ну, покажу, как я, без всяких там этих усложнений. И, ну, просто каждый по-разному делает видео. Посмотришь видео, и кажется, так тяжело, ну, типа, сколько нюансов, сколько проблем, сколько там надо всего, не надо ничего знать. Вот это посмотрели и так само повторили. Через 4 месяца, чуть меньше, ждите порошка. И все. Да, Анфис. Ну, видите, как берет хорошо. Я вчера утром попробовал, не стоит, но вижу, что уже скоро будет. Вечером управлялся, смотрю, плохо уже начало есть. Хотя меня все едят хорошо, даже гуляют, но это плохо делает. Попробовал вот так на ней вчера вечером. Вот так само она вчера вечером стояла. Часов 7, ну 7 где-то вечера. И потом я позвонил за дозу. Мне утром качнули петрушку. У них два петрена. Один белый, один с черными пятнами. Ну типа как мои вот эти. Я говорю, там и с пятнами, с черными. И утром качнули. Я приехал, 12 забрал и все. Термобокс свой положил. Доза 500 гривен я брал. И дорога мне обошлась тоже 500 гривен. 1000 гривен покрыть свинку петреном. Берет и опять затягивает тюбик, плюснутый весь. Опять затягивает. Но это хорошо, что затягивает. Спешить выдавливать не надо. И потом, когда вы уже все, она, ну, тюбик типа будет пустой, вы тюбик забрали, а катетер пускай торчит. Ну, внутриматочный можете тоже забрать. А тот катетер основной пускай торчит. Пускай она с ним походит минут 5. Ну, пока вы там что-то сделаете, потом заберете. Чтобы хорошо там принимала дозу. Вот так. И у меня остался еще один катетер и для внутриматочного. И так само одна бутылочка. Отнесу в дом, поставлю в комнатной температуре, вот так в термобоксе пускай стоит. Вечером повторим. Так что, кто не делал, делайте так же само, и все у вас получится.